Доброе утро всем. В общем, жара на улице, август, народу мало у меня на работе. Я решила приехать на рынок. У нас сегодня рынок, и там рядом еще Меркадона есть. Блин, дышать вообще не могу. Зайду в Меркадону, куплю сардины на обед. Такая вот у меня такие планы. Ну и пройдусь по рынку. Люди здесь есть. Про пластилиновая какая-то новая маска. Вот эта, она защищает ее хорошо. Но, блин, не дышать вообще невозможно. Вот так. Такой вот, видишь, обычный цыганский рынок. Купальники по евро. Я обычно хожу в ту сторону, если что-то приглянулось. На обратной стороне покупаю. Смотрите, маски разные. Но я не уверена в их качестве. Поэтому... Ой. Вот так вот. Такая вот у нас сейчас жизнь. Маски. Шоу. Маски-шоу. Видите, они уже собираются. Все, трындец капец. Правильно. Нехер в такую жару стоять на рынке. Ой, специями как пахнет. Тут специи я брала. У меня вообще пока есть. Ой, как пасно пахнет, вкусно. Amármelo cotón que me quedan los últimos ya, mira, bravo, a dos. Que nosotros nos vamos. Вообще, вон там рынок заканчивается. Больше туда не пойду никуда. Пойду в Меркадон с сардинами. У нас вот и суши есть. А почему завтра не открываетесь? Креветочки. У меня 22 номер. Сардины по 6 евро килограмм. Возьму полкилишка. Представляете, вот как так? Ждала-ждала сегодня очень важного звонка. Вот. И говорю, вот сейчас приду в Меркадону, буду либо расплачиваться, либо заказывать. И мне позвонят. Что вы думаете? Прям моя очередь подходит расплачиваться, и мне звонят. В Меркадоне шум, гам. Этот кассир спрашивает, есть ли у меня копейки. Видит, что по телефону разговариваю. Говорю, нет у меня никаких копеек. Быстрее, говорю, отдай мне мой помидор и мои сардины. Мне нужно поговорить. Вот. В общем, вышла на улицу. Связь плохая. Тут еще рынок. Все кричат, все шумят. Но кое-как подоговорилась. В общем, бумажная волокита. Сейчас с этими сардинами
попрусь наконец другого города, потому что я не хочу заходить домой, такой круголяк давать. Вот. Поэтому вот такие вот дела, представляете? Прям вот на кассе, как так можно? Нет, можно было бы, конечно, взять машину, зайти домой, взять машину и поехать. Но проблема будет заключаться в парковке. То есть я могу парковку найти хрен знает где. И получится, я потеряю больше времени, чем бы если я пешком дошла. Я позвонила мужу, а он находится далеко, чтобы мог бы он меня отвезти. Поэтому тоже его ждать мне совсем не резон. Я быстрее пройдусь пешекарусом. Тем более хожу я быстро, ходить привыкшая. Так что... И знаете, такой сегодня ветерок дует. Смотрите, какой голова красная у него. Он работает официантом вот в этом баре, который на углу. Такой худенький, господи, кузнечик прям. Кузнечик, кузнечик. Вот, и гулять. Можно гулять. Фу, ну дышать нельзя. Не дышится. Ну ладно. В общем, пошла я. Будет у меня приятное с полезным. Полезные бумажные дела. А приятное — жиры сжигаются. А то орешки Танькины дают о себе знать. Ой. Да, я от мучного как на дрожжах. Как мое тесто, когда я ставлю. Вот оно прет, и я также пру. От сладкого и от мучного. Ой, блин, а это моя самая любимая еда. Все, друзья, бумажную волокиту сделала. Теперь свободна. Я свободна. Вообще, знаете, вот я не понимаю, люди, которые живут вот где прохладно, там 21-20 градусов, не понимаю, почему они жалуются на маски. Я вот сейчас сидела, там кондиционер работал, и все замечательно было. Даже она мне, эта маска, совершенно не мешала. Другое дело, когда на улице 40, там вообще дышать нечем. А еще и маски, то да. А так, прохладно, когда вообще замечательно. Так, сардин у меня жарится. Купил такой огромный помидор. Но я буду делать, вернее, не делать, а кушать с гаспачо. У меня там есть гаспачо. Не поспел еще. Сырой. Ой, вот так вот находилась. Мама, не горюй. Кушать хочется. Тоже очень сильно. В общем, я сегодня, наверное, план по ходьбе выполнила. Вот такой у нас обед сегодня. Сардиночки. Обожаю сардины. Не поехала сегодня на пляж. Потом, конечно, в 5 часов я об этом горько пожалела. Потому что сразу что-то включила этот вот потолочный вентилятор. И так было хорошо. Вот. А потом в 5 часов резко жара такая наступила. Думаю, блин, что-то я не поехала на пляж. Но было уже поздно в 5, потому что пока доедешь... И места уже хорошего не будет. А я люблю, знаете, чтобы на первой линии пляжа, у моря сесть и насладиться. А не там где-то у черта на куличках. Что там такое? Сидеть и смотреть, как другие наслаждаются. Ничего, включила вентилятор. Вот этот новый, который мы купили. Я его только 2 раза включала. И минут на 10, наверное, охладилась, и все, и нормально. Не собиралась никуда гулять, но мне так скучно стало дома. Думаю, пойду с Чарли погуляю. Вот вышла, как всегда. Сейчас по полям пройдемся, а потом в парк зайду. Все-таки надо было на пляж ехать. А вот завтра, не знаю, завтра суббота. Сейчас у всех отпуска начались. Вот. И все в отпуск приехали к нам отдыхать. Надеюсь, скорее вот этот август пройдет. И наступит золотая пора, когда мы будем наслаждаться морем, не думая, что будет много народу и негде будет сесть. Вот такие вот у нас планы на вечер. Ничего нового, абсолютно ничего. Пока поменяла постель, опять вся мокрая. Пипец. Ладно, попью водички и пойду влог монтировать. Всего самого лучшего. Всем пока-пока.